Друзья, привет! С вами Леонид Раптор ТВ. Под конец лета, через несколько дней уже наступает сентябрь, 1 сентября. Самый мой любимый день в году. Кстати, кто отгадает, почему это мой самый любимый день, тому я лично от себя, за свой счет, даже если вы из другого города, пришлю вам подарок. В общем, пишите комментарии, попытайтесь угадать. InMotion. Наверняка знаете вы такой бренд, они производят моноколеса, их, ну, короче, любой моноколесник, у которого спросите, что такое InMotion, вам сразу скажут, что есть там V8, какие-то V10, какие-то у них модели куча. В общем, среди моноколес это очень популярная история. Они сделали самокат, назвали его LeMotion. Очень качественный аппарат. Я сегодня специально хочу сравнить два самоката, они, в принципе, конкуренты между собой. Ну так, в одном ценовом сегменте, в одном весе, ну, в принципе, городские самокаты. Сразу с цены. Этот самокат стоит 57 тысяч на сегодняшний день. Среднерыночная цена на Ninebot порядка 47 тысяч рублей. Да, там 10 тысяч он стоит подороже. Что же, ну, как бы, цены, да, потому что многие сразу говорят, как я узнал цену, сразу перестал смотреть. Если вам не интересно, но вот сразу я вам озвучил цену. Почему мы хотим их сравнить? Потому что, на самом деле, если разобраться из брендовых самокатов, такие мы не берем Куга, Якомура популярный самокат, я в прошлом году сам на нем 3000 лично откатал, ну, еще различные бренды. Мы берем, сейчас сравниваем гигантов, мощнейшие китайские фабрики, да, которые Ninebot пропускает миллионами, по всему миру ездит, по качеству не хуже InMotion самокаты и Xiaomi. В принципе, это те бренды, которые знают за рубежом, знают все. Xiaomi мы не стали сюда впихивать, потому что, ну, он реально слабее, он легче, он как-то немножко выпадает из этой истории. Два самоката InMotion 24 килограмма весит, Ninebot 20. Мощность мотор колес, ну, примерно там, здесь, ну, у Ninebot заявлено 350, у InMotion там около 500-600. С места они едут примерно одинаково. Разумеется, мы, конечно же, замерим максимальную скорость на нем. По батарее, здесь батарея 15S, полный заряд батареи 63 вольта. У Ninebot полный заряд батареи 42 вольта. Здесь, конечно, по вольтажу этот самокат выигрывает. И что же нам это дает? Более высокий вольтаж на батарее дает большую максимальную скорость. Потому что, честно вам скажу, Ninebot со своими 25 км в час, ну, это очень уныло. Ну, вот прям, ну, прошить можно, да, он едет 30-31. Все равно не то. Вот, знаете, вот есть вот... Кажется, что тебя как будто вот в пол нажал, он разгоняется до 30. Кажется, что тебя кто-то сзади за веревку держит и не дает тебе ехать дальше. Все-таки, когда выехал на велодорожку, там, по свободной прямой, хочется хотя бы там 40 и плюс ехать. InMotion я попробовал на нем, он действительно едет быстрее на Ninebot. Сейчас мы, конечно, все это закрепим держатель для телефона, вы все это увидите. Он пошустрее. То есть, поймите, в этом обзоре я не хочу как-то возвысить InMotion, принизить Ninebot. Ninebot и самокаты офигенные. Единственное только, что здесь нет подвески, да, то есть, ну, подвеска дело наживное, можно установить либо Sharkset, либо там Monarim. А в этом самокате подвеска уже есть. Передняя мотоциклетного типа, такой мини-мотоциклетная вилка. И она, кстати, работает не как вот эти дешевые вилки китайские, которые продаются на AliExpress, там, для Ninebot, там, для Якомур, для Xiaomi, которые там типа по 2, по 3 тысячи, но они сделаны из фольги, то есть там... Мне страшно было бы на такой вилке, честно, ездить. И она пробивается, отскоки, отбои, все, ну, неприятное ощущение при езде. Здесь проблем с отскоком и с отбоями нет. И еще плюс к тому, что здесь есть довольно упругая, жесткая, ну, энергоемкая задняя подвеска. Я с сыном попробовал на самокате, надо было его довести до магазина. Общий наш вес 160 килограмм был. Мы доехали, самокат тянет, подвеска работает. Ну, знаете, то есть заявлено, что вроде как вес до 140 килограмм, да, можно передвигаться на нем. Действительно это так. То есть если вы там 120-140, то вы спокойно можете на этом самокате двигаться, никаких проблем не будет.
По длине он 129 сантиметров. В обычный лифт по диагонали заходит. Лично проверял. Ну, Ninebot, понятно, он покороче чуть-чуть. Конечно, когда поставите подвеску, там уже будет габарит его немного увеличиться. Какие интересные инновационные решения. Но не то, чтобы инновационные, что-то вот InMotion придумало такое, что вот нет ни у кого. Что я увидел? Компания занимается моноколесами, использует гироскоп, там вот эти все примочки, знаете, вот когда вот самокат включил, да, едешь, поворачиваешь, загорается поворот, и на дисплее сразу поворот моргает, и начинает моргать снизу. То есть, когда едешь в темное время суток, будет видно, что ты, по крайней мере, одна половина у тебя как-то подсвечивается по-другому, что, ну, возможно, вас увидят автомобилисты и поймут, что вы хотите повернуть. Как только ты наклоняешься в другую сторону, он моргает в другую. Ну, что-то новое, интересное. По поводу освещения. Одним нажатием коротким, как на Ninebot'е, включаются два светодиода, светят, ну, так себе. Если, конечно, вы хотите прям по ночам гонять, то это не ваш вариант, надо какую-то дополнительную велосипедную фару ставить, либо что-то думать. А так, в принципе, классический самокат на 10-дюймовых колесах, заднее колесо ведущее, тормоз левый, у нас передний барабанный. Наоборот, да, просто все привыкли на самокате, что если левый тормоз, это задний. Здесь левый, как на Ninebot'е, это передний барабанный тормоз. И в тот же момент, когда вы нажимаете тормоз, подает сигнал на контроллер, колесо еще тормозит электронно, помогает вам. Да? То есть не только вы на барабане, вы еще и задним колесом подтормаживаете. Механизм сложения здесь. Клипсы нажали. Здесь специальная есть клипса. Вот она. Зацепилась, руль зафиксировался. Для кого-то это... важно, чтобы он фиксировался, кому-то это не нужно, но эта история здесь присутствует. Складывается назад, он точно так же, раз, все, секунду. Покатались мы на этом самокате, и этот самокат не новый, он тестовый, многие его снимали, ездили. Ну, пока никаких люфтов руля я не увидел. Ну, надеюсь, что в будущем так же и будет здесь. Крылья. К заднему крылу вопросов вообще никаких. Переднее крыло, вот не знаю, такое ощущение складывается, вроде бренд солидный такой, да, но просто пожалели пластик, да, но надо было бы добавить еще сантиметров 7-8 как-то, потому что с переднего колеса будут выкидывать все брызги и грязь, и вы будете ее догонять, ваши ноги по колено будут грязные, если вы будете ездить быстро по влажной дороге. У Ninebot'а такого нет. То есть здесь уже как-то конфигурация крыла таким образом сделана, чтобы, ну, реально, на Ninebot'е едешь, ты можешь ехать по дождю, там, ну, не по дождю, там, по политой дороге, по влажной, ничего не будет. Приедешь чистым гарантированно. Здесь, конечно, вот единственный вопрос, который вот мне не понравился, это переднее крыло, которое, конечно, бы можно какой-нибудь аккуратный брызговичок сюда доработать. Емкость батареи 12,5 ампер-часов. Но при том, что если мы считаем в ватт-часах, то есть это мы умножаем напряжение номинальное, там 58 вольт, на 12,5 ватт-часов, здесь получается больше, нежели в Ninebot'е. Ну, по сути, там процентов на 15, на 18, я думаю, что запас хода больше у InMotion'а. Но это не критично, это же самокат городской, там, не на какие-то супер длинные дистанции, да, покатался, как Ninebot. Тут говорит, о, Ninebot'у такой запас хода, если едешь активно, там, да, там, 25, когда километров в час едешь на Ninebot'е, ты, грубо говоря, едешь уже на максимум. Ну, хватит тебе на сколько? На 15, на 20 километров, не больше. А когда ты будешь ехать 25 километров те же на InMotion'е, то есть ты будешь ехать примерно процентов на 60 газа. Ну, соответственно, дальность будет интереснее. Теперь, друзья, я предлагаю по классике жанра, как мы всегда делаем, давайте мы попробуем замерить максимальную скорость. Я посмотрю, сколько же он сможет выжить по прямой. Он полностью у меня заряжен. И пойдем в мастерскую, разберем его, потому что с виду они все примерно плюс-минус одинаковые самокаты. Но тут есть интересные конструктивные решения, которые надо поподробнее изучить, рассмотреть и показать вам. В общем, решили мы сначала самокат разобрать, а потом уже максимальную скорость замерить. По поводу мотора. Мы видим, что мотор чистенький внутри,
никаких следов ржавчины, ничего нет. Ширина магнитов 3 сантиметра. Мотор очень похож на найнботовский мотор. Ну, я думаю, что плюс-минус, тут может какая-то конфигурация крышки другая. А так очень похож. Дальше, друзья, подвеска. Вот она. Открытая, все видно, как здесь что устроено. Две пружины, все. То есть такая подвеска на Speedway Mini 4. Еще там на ряде самокатов устанавливалась. Ну, не знаю, хорошая она или плохая, но, по крайней мере, она работает, дубовенькая, но работает. Это лучше, конечно, чем вообще ее нет. Насчет батареи смотрим. Батарея абсолютно герметичная. Вот здесь все написано. Максимальный вольтаж выходной при полном заряде 63 вольта. Заряжать максимально можно 5 амперами. 675 ватт-часов. Все залито, все в алюминиевом боксе. Вот мы даже крышечку эту открыли. В алюминиевом боксе еще пластиковый кейс, и там все элементы. Ну, дальше так глубоко не будем ее разбирать. Все на компаунде, чтобы влага и конденсат туда не попали. Ну, хотя конденсат может там образоваться. Ну, возможно, там между элементами все залито. То есть ничего не могу про это сказать. Ну и вот мы видим, что из батареи через резиновый уплотнитель выходят разъемы. Все, то есть все четко. Силовые провода на разъемах, еще на таком закручивающемся, чтобы он от вибрации, от тряски не отходил. И даже здесь видно, что внутри этого закручивающегося кольца стоит резиновый уплотнитель. То есть, ну, и это я к чему все показываю? Качество самоката, качество сборки вообще иное. Это не какой-то там дешевый китайский там Куга там или что-то. Тут все по-другому. Контроллер. Вот даже специально сделали такую вот алюминиевую пластину, отлили, чтобы вот по форме здесь в гусаке небольшой, ну как сварной вот этот шов, они дали запас, чтобы алюминиевая пластина, которая отводит тепло от контроллера, четко укладывалась на дно самоката, ну получается не на дно, а наверное, на потолок, да, то есть когда самокат перевернут, это к потолку. Все прикручено четырьмя винтами. И также на разъемчиках вот фазные провода и датчики холла. Все это силиконовым герметиком здесь приклеено, чтобы не телепалось. Ну и в контроллере даже, видите, такие вот выборки под разъемы. То есть все разъемы зафиксированы. Никаких лишних соплей, никаких лишних проводов. Просто батарейный блок и контроллер. Все на разъемчиках, чик-чик, все, ничего лишнего нет. Ну, в принципе, вот и весь самокат. Все. Просто, элементарно, без лишних каких-то заморочек. Вот так вот он выглядит внутри. Ну а теперь давайте мы его назад соберем и поедем, замерим наконец-таки максимальную скорость, подведем какой-то итог. Самокат заряжен полностью. Держатель для телефона установил. Сейчас ну-ка вот по стыкам по всем. Да не, подвеска неплохо отрабатывает. Не сказать, что это, конечно, монорим, как вот на найнботах устанавливаются, с хорошими, с дорогими амортизаторами. Но однозначно лучше, чем без подвески вообще. Сейчас едем на Ленинский проспект и попробуем выжать с него максимум. Давайте попробуем подключиться к приложению. Не к приложению, а через приложение к самокату. Что мы видим? Видим настройки, можно выбирать режимы эко, драйв, спорт. Нам нужен спорт, режим пешехода. Так, дальше. Видим ориентировочный пробег. Нехило, да, так показывает. 95 километров я могу проехать на оставшемся заряде. То есть заряд у нас 100%. Я его дополна зарядил. Завтра мы замерим запас хода реальный, насколько хватит самоката. Будем на драйве ехать, чтобы не слишком быстро. Такой средний прогулочный темп. Ну и что, и у нас спидометр получается. Мы начинаем когда ехать, да, он показывает. Ну, показывает те же показатели, как на панели приборов. Еще направление компаса. Ну, по сути, что у нас тут? Стандартные регулировки, да, там свет выключить, старт, с толчка, без толчка. Есть у нас такая еще, кстати? Не, нету. Старт. Помощь при езде.
помощь при спуске. Смотрите, какие еще все переведено нормально. В общем, как таковых настроек по сути нет. Можно выбрать режимы, но я их могу здесь выбрать на панели. Показывают запас хода, оставшиеся, показывают проценты, потому что на приборной панели они не отображаются, тут только вот 5 делений. И скорость, все. Ну, не знаю, тут какие-то еще есть, конечно, фишечки там. Моменты, я... Да что, это не знаю. Только владелец может носить изменения. А, он к другой учетной записи просто привязан. Ну ладно, друзья. Приложение есть. Особо туда смотреть нечего. Давайте едем, замерим максималку. Ну-ка, как он въедет в горочку. Ну, он даже разгоняется, друзья. Работает. В горку идет разгон. Это горка на подземном переходе. В принципе, всем знаком этот уклон. Ну что, погнали. Попробуем, сколько он сможет выжить. Давлю на всю. 25. 30. 30. 36 пока. Тридцать семь разогнались, друзья. Жму на всю, все. Быстрее 36-37 он не едет. По панели приборов показывают 40. Да, конечно, 36-37 тоже неплохо, но, честно говоря, хочется быстрее. Не знаю, мне нравится, когда там хотя бы 45-50 самокат едет. Но это же история городская, да, то есть тут, по всей видимости, подразумевалось так, чтобы там, ну, 35 безопасно по городу. Ну, в любом случае, это быстрее Найнбота, это медленнее Якомуры. Якомура едет 51, я разгонялся последние генерации. В общем, друзья, вот такие результаты мы с вами имеем. Ну что, друзья, давайте теперь подведем итог по самокату InMotion, LeMotion. Начали снимать обзор, я в футболке был, на следующий день прям погода, знаете, как тумблер перещелкнули. Приходится уже даже реально днем носить легкий пуховик, ветровки. Осень неумолимо приблизилась, наступила. Слава богу, что пока дождей нет. Кататься, значит, еще можно с утра до вечера. Хочется сказать, что действительно этот самокат очень достойный конкурент. Найнботу, там, не знаю, Якомура i8. Какие у нас еще есть одноклассники компактные? Не так их много, но самокат, если сравнивали, как мы начали сравнивать с Найнботом, да, дороже там порядка 10 тысяч рублей, но имеет подвеску. На Найнбот, если мы поставим подвеску перед-зад, то это гораздо дороже, чем 10 тысяч выйдет. Ну и по максимальной скорости вы тоже все видели. Самокаты у нас есть, наличие. Для тест-драйва тоже они доступны. Приезжайте. Все-таки идет у нас в стране, да, с законодательством, там вот эти все перемены к маломощным самокатам, к компактным. Да и вообще, в принципе, даже если не рассматривать эту законодательную часть, многие хотят иметь самокат, говорят, что это за самокат, который я поднять не могу. А это, да, ну как бы, ну там 20 там, с небольшим килограмм, окей. То есть компактный, городской. Через пару дней снимем тест на дальность хода. Я его дополна заряжу. Будет вроде на днях теплая погода, хорошая.
еще теплее, чем сейчас, чтобы уже не в пуховике ехать. И мне хочется замерить, сколько же он реально проедет на этой батарее. На Nbot не замеряли, зато замеряли и Камуру, замеряли там еще разные самокаты, Халтоны. Вот посмотрим, на что же он будет способен. Ну а так, друзья, пишите свои комментарии. Как вы считаете, вообще конкурентоспособный этот самокат? Нет. Что вам в нем понравилось, что не понравилось? Очень интересно услышать ваше мнение. Ну и ждем в гости. Приезжайте на тест-драйв. Всем пока.